Рад видеть вас здесь, в Москве. Рад видеть вас. По дороге сюда я слушал кое-что, что сделано диджеем по имени Кирилл Русос, вашим сыном. Это просто превосходная аранжировка вашей старой вещи «Мы будем танцевать», «We shall dance». То есть вы слышали ее? Где вы ее слышали? Я слышал это в сети, могу вам продемонстрировать прямо сейчас. Ну, Сириал работал с некоторыми другими диджеями, его друзьями. Вы знаете, это особенный мир, мир диджеев. Они работали с некоторыми моими песнями, и они придумали очень интересные вещи. На самом деле, другие диджеи, также из Англии и Франции, были заинтересованы в работе с песнями, которые я написал. И это здорово. Это показывает, я имею в виду, что это еще раз является доказательством, что 60-е и 70-е были очень плодотворными десятилетиями. Поэтому возможно, что нет на самом деле ничего нового в этих записях. Они берут старую тему, хорошее основание, хорошую базу для того, чтобы добавить туда свое звучание. И это интересно, это хорошо. Не только для меня, но и для всех артистов моего поколения.